всех положил. Это не первый случай, когда при смене караула у него появляется возможность. Подходят офицеры, подходят сменщики, и автомат полный, обойных 60 патронов, это как называется. Хорошо. Что? Хорошо, 8 человек убили, других не было. А если он шел в казарму, всю роту положил, у него ненависть скопилась. Вот здесь как нам остановить ненависть? Я здесь случайно завел разговор, как мы можем делать? Ну вот там бой, стенка на стенку, мешками там. Как найти вариант, чтобы настроение улучшить в мужском коллективе? Бывает и женская проблема. Но в мужском коллективе как настроение, так сказать, изменить, утихомирить как? И, конечно, иной раз, особенно среди других народов, они говорят, да, мы не такие, нам такие нам эти советы ваши не нужны. Вот сложно, давайте, пожалуйста. Третий микрофон, хорошо. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Меня зовут Артем Васильевич, я общественник. У меня вопрос не про животных, а про людей. Несколько дней российская общественность кипит от новостей об азербайджанской неонацистской группировке ФБОН, избивающей русских в России и заставляющей их извиняться на коленях. Российские журналисты, сообщающие об этом беспределе, получают угрозы от орудующих в России азербайджанских неонацистов. Просим вас обеспечить проверку деятельности группировки ФБОН российскими правоохранительными органами, защитив русских в России. Спасибо. Различные группировки их специально создают, финансируют, чтобы вызвать национальную рознь, вражду. Вот Косово, это территория Сербии была. Сербы и албанцы жили относительно спокойно, пока была большая Югославия. А когда стали делиться, то большинство населения в Косово боялись остаться в Сербии, поскольку, боялись, что они потеряют их. На территории Косово было меньшинство. Рядом Албания, там их абсолютно меньшинство. И поэтому национальный вопрос используют для того, чтобы создать обстановку гражданской войны. Вот Испания, Каталония. Вот это борьба каталонцев против испанцев. Или наоборот. Поэтому, конечно, наши правительственные органы изучают и пресекают деятельность любых организаций, которые переходят в силовые действия или в основе идеологии, морали, лежит национальный вопрос. Он самый сложный, самый нерешаемый. Поэтому вот его и постараются поджечь. Сегодня классовый вопрос не звучит особенно. И даже социальный. А вот только национальный, как в Сирии, там и курды, и арабы, мусульмане, и шииты, и сунниты, еще какие-то алавиты, и друзы. То есть набор церкви. И вот всех возбудили, получилась гражданская война. Поэтому это нужно всячески избегать и пресекать любые структуры, которые переходят к любым формам насилия, не обязательно физически, даже если там что-нибудь в виде оскорбительных фраз и прочее, и прочее, и прочее. Это все проплачено. Денег выделено огромное количество. Посмотрите сейчас по линии Навального по всей стране, сколько там миллиардов заблокировано, миллиард, 75 миллионов. По всей стране, во всех структурах миллиарды денег. Брошено специально. Сейчас за деньги люди выйдут, им подбросят лозунги какие-то, столкновения. Кровь, то есть Каталонию сделали, костры, все дарили. Вот анархистов за деньги набрали туда. Просто каталонцы нормальные ребята, испанцы. А подбросили тех, кто провоцирует столкновение. Дерутся с полицейскими, светочивый газ. Поджигают шины, бьют витрины и получается страх. Все боятся. Все ждут решительных действий. Это как комок. Одно на другое, одно на другое. Дальше. Прошу, четвертый. Молодой человек хотел бы ответить на вопрос. Предыдущий. Да. Пожалуйста. Да, вот я хотел бы сказать про людей, как я понял, про мужиков, которые говорят вот про... Простите. Меня зовут Артем.
Прощение свечи. Потому что вот благодаря таким тканям людей держат